Спасибо врачам. В последнее время эти слова встречаются едва ли не на каждом билборде страны. Вот и сегодня, в преддверии Дня медиков, в концертном зале красуется плакат со словами благодарности. Приятные пожелания в адрес докторов звучат от заместителя главы администрации городского округа Химки Ирины Тесливой. Нам бы очень хотелось, чтобы вы, спасая жизни и заботясь о здоровье, и вылечивая наших жителей, да и не только наших, да, Владислав Александрович, вот так судьба нам сложилась, конечно же, не забывали о себе. На торжественной встрече в честь предстоящего профессионального праздника людей немного, всего 50 человек. Только так удается соблюдать социальную дистанцию в концертном зале. Впрочем, праздник хоть и омрачен общей эпидобстановкой, настроение у главных его гостей отменное. Лучших в этот день наградили благодарственными письмами и грамотами. Ну а женщины, конечно, не остались без цветов. Днем ранее медиков Химкинской областной больницы пришли поздравить сотрудники главгосстройнадзора. Благодарим мы вам за то, что остаетесь на передовой в данные сложные для всех времена. Поблагодарить вас за преданность к своему делу, профессионализм, самоотдачу и за то, что вы всегда находитесь рядом с теми, кто нуждается в помощи. Праздник закончится, а трудовые будни останутся. Вернутся бессонные ночи. В отделение продолжат поступать тяжелые пациенты. Врачи снова окажутся вдали от своих семей. Все, о чем просят сами медики и сегодня – уважение к их делу. Им важно, чтобы, несмотря на послабления, люди продолжали заботиться о собственной безопасности, тем самым помогая докторам. Справиться с бедой можно. Главное – делать это всем вместе. Нина Бережная, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.